Всем привет, дорогие друзья! По многочисленным просьбам снимаю игрушку под названием Friday Night Funkin'. Если я даже неправильно назвал название этой игры, то я думаю, это совсем не важно. А важно то, что я снимаю эту игрушку, и скачать можно по ссылочке в описании. В этой игре имеется режим истории. Режим получается свободная игра, есть настройки. Давайте посмотрим на режим истории. Кстати, игра весит 500 мегабайт, и это получается версия с модом. Так, режим игры, это все понятно. Я не хочу играть в режиме истории, я хочу играть в свободной игре. Нажимаем на А, и сейчас мы будем выбирать персонажа, против кого будем фристайлить в рэп-баттле. Короче, цель... этой игры заключается в том, что мы должны победить, короче, в рэп-баттле и завоевать девушку. Что-то в этом роде. Короче, это очень сложные персонажи. Мне надо вверх, потому что я новичок в этой игре. Тренировка точно нет. Нажимаем на А, и сейчас я покажу вам мастер-класс. Реально. На эйзи уровне. Эйзи, да. Изи, изи, ё-моё. На изи уровне сейчас покажу вам настоящий рэп-баттл и как нужно завоевывать девушку в рэп-баттле. Сейчас. Вот девушка такая вот, это мой противник, он нажимает, короче, он поет. Теперь я, короче, нажимаем сюда, вот, я что-то сдулся, подождите. Сейчас покажу, нажимаем стрелочку вниз, влево, вправо, хорошо, теперь он читает, все понятно, что, так, не успел, ребята. Быстро надо, быстро здесь все делать. Так, хорошо, вот, отлично, зачитал, мне аж за респекты, короче, кинули там. Так, отлично, тоже респект он мне бросил, хорошо. Так, не успел, не поймал. Блин, даже на изи уровне все идет очень сложно, блин, я сдох. Капец, меня просто тупо опозорили, и я слит в этом рэп-баттле. Можно, конечно же, повторить, но мы возвращаемся назад, и сейчас будет у нас самый хардкорный уровень. Чисто, знаете, для интереса, нет, вот просто хай уровень. Потому что, блин, здесь будет жестко, и я хочу посмотреть, насколько это все будет быстро происходить. И нифига себе, какой уровень, погнали! Давай, кто читает первый? Ты или она? Она, короче, офигеть, быстро, я не знаю, надо тремя пальцами, да, походу? Я вообще, как бы, можно сказать, по-нашему, да, по-современному, я не шарю за эту игрушку, но многие просили, чтобы я заснял обзор на эту игрушку, и поэтому я и снимаю, чтобы вы скачали, без проблем поиграли. Капец, я нормально тоже зачитал, кстати. Звук добавлять не буду, просто вы слушать меня не будете. Но там писклявый звук, поэтому нет смысла. Все, я опять проиграл. Смысл игры понятен, да? Если кто не в курсе тоже, как я, за эту игру, то я думаю, объяснил я вам нормально. Так что повторять, я думаю, не стоит. Ну, быстро расскажу, да? Надо быстро нажимать на этой кнопочке и попадать в ритм. И тогда мы с вами победим этого персонажа и завоюем свою девушку. Ну, не свою, но просто девушку, чтобы с ней, как бы, ну, встречаться, жить, любить, короче. Можно, ну, давайте сейчас попробуем все кнопочки сразу нажимать. И только тогда, когда эти стрелочки будут близко к нам, так? Во-во-во-во, что-то получается, смотрите. Нет, я опять слился. Да, эта игра не для меня, но очень... очень реально много сообщений мне пришло в личные сообщения ВКонтакте, типа, блин, пожалуйста, сними какой-нибудь мод, либо же фан-проект этой игры на Android. Я снял, хоть и не шарю, но шарю за вас, ребят. На этом все, всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, пока.